Всем привет из Аргентины. Сегодня вот пришли погулять, так сказать, на природу. Ну как на природу? Шутка такая, посреди Буэнос-Айреса. Это музей, музей Лоретта. Не знаю, кто это такой. Но вот у него так в этом музее есть такой сад. Это вот Хураменто и Кабильдо практически. Вот. И вот покажу, какой тут просто сад такой. Здесь, кстати, вход очень дешевенький, 10 песо. За 10 песо зашел и ходи хоть целый день. Я даже прикинул, что сюда можно приходить и спокойненько посидеть. 10 песо это ничего, как говорят, если сигареты стоят, наверное, уже 35-40 песо пачка. А смотрите, как хорошо посреди города. Можно отдохнуть. Садись на лавочку, отдыхай. Вон Люба к нам в гости приехала, теща моя. Вон бегает, снимает тоже. Вот мы ей пришли показать, заодно, думаю, покажу, какая здесь у нас красота. Посреди Буэнос-Айреса аж не чувствуется, что рядом отсюда 100 метров самый шумный уголок города. Хорошо слышно? Здесь такие аллеи. В этом саду пальмы, мандарины растут, ягоды какие-то. Дерево вот такое здоровенное. Это просто чисто такой расслабон в городе. Побродить, посидеть, поотдыхать. Конечно, название всех этих деревьев я не знаю, соответственно. Не скажу как. Но все равно. Вот какие-то плоды даже. Вот видно, вот, не знаю, удобно оно или нет, но мандарины точно нашли, но просто они зеленые еще. Жили же люди, это просто он когда-то жил здесь со своей семьей, этот Лоретта, а это был их, как говорят, сад, участок их. Моя теща сказала, что она бы здесь помидоры, огурцы посадила бы, вот. Картошку, наверное. А чувак аргентинский, вот видите, не знал. Делал себе там беседки. Сидеть, камни вот ставил. Сразу видно, не украинец, а аргентинец. Это дерево с такими цветами классными. А, во. Даже не знаю, что это. Что оно такое? Обрезанное, то ли пальма, то ли еще что-то. Ананас какой-то. Вот еще один такой есть. Во. Заодно можно увидеть, как жила раньше аргентинская аристократия. Какие у них были домики, сады и беседки. Там я еще видел, куча бамбука у него растет на другой стороне. Ну вот не знаю насчет огорода, а вот бамбук бы точно на удочке хорошо пошел. А здесь город. Вот как хорошо в городе иметь свой домик, видите? Там автобусы, все, а здесь... Так что все, кто там желает вложить свои деньги, купить себе такой домик в Буэнос-Айресе, вот. Видите, какие экземпляры бывают. Можно отдыхать. Фонтан, лягушки. Прикол. Смотрите, написано. Камино клаусурадо пор каида де рама. Это значит, что это закрыто здесь проход из-за того, что здесь ветки упали.
Вот. Так вместо того, чтобы убрать эти ветки, они просто табличку поставили, что тут закрыто из-за того, что тут упали ветки. Вот чисто наш этот. А потом вызов специального чувака, который придет, уберет эти ветки. Вот тут одна, и вон там дальше еще парочка. А пока, во. И никто не будет безработным. Сами убрать не могут, не ихняя работа. Придет чувак, уберет ветки, значит будет открыта дорога. Такие вот у нас пальмы. Там кипарисы. А здесь можно было стихи писать, или что он там делал, или проекты всякие строить. В таком садочку. Так. Здесь у него тоже что-то есть. Кошек много здесь. И попугаев. Вот кричат, это попугаи. А лазят и шуршат везде, это кошки. Дамы, как вы себя чувствуете? Мы себя чувствуем вот так. Вот и две дамы. Да. Я только разрядился, как аккумулятор. Вот мандарины. Вот наши буэнос-айревские мандарины. Только зеленые еще. Не сезон. Но уже вот. Видите? Вот какие у нас пальмы. Громадные. Там где-то прячутся попугаи. Это такой особнячок, где-то за метров 500 от меня. Красивенький, красивенький. Сейчас покажу бамбук любителям бамбуковых удочек. Вот кошак. Давай мы тебя заснимем, не хочется. Сразу удрал. Вот. Для любителей бамбуковых удочек аргентинский настоящий бамбук. Вот он. Режь не хочу. Вон туда. Вот какая крутая штука. Так что все. Теперь, когда вопросов накопится много, приду сюда, сяду и буду здесь на вопросы отвечать. А пока в этом видео все. Пойду, надо кому-то еще и дам развлекать, так что до следующих видео из Буэнос-Айреса. Пока!